Праздник был установлен на Руси около 1164 года благоверным князем Андреем Боголюбским. Так или иначе, в греческом мире праздник этот был почти забыт, а вот в русской церкви стал одним из главных богородичных праздников. В честь него было построено множество храмов. Первый из них – храм Покрова на Нерли, построенный Андреем Боголюбским. Другой, не менее известный храм – Покровский собор на Красной площади. Его знают под названием храма Василия Блаженного, но освящен он был именно в честь Покрова Богородицы –